Парад Дедов Морозов продолжился и на других площадках города Видное. Разбившись по группам, они посетили городские парки и 6-й микрорайон. Сотни людей стали свидетелями этого яркого представления, которое видновчане активно снимали на свои мобильные телефоны и присылали в редакцию нашего телеканала. Вот как жители увидели праздник. На всех площадках царила поистине сказочная атмосфера. Стояли украшенные шарами и гирляндами елки, играла музыка, а развлекать народ Дедом Морозом помогали аниматоры, одетые в русские народные костюмы. Особые впечатления получили, конечно, дети. Сказали ура! 3, 4! Увидеть десятки Дедов Морозов посчастливилось и тем, кто в этот вечер средством передвижения выбрал троллейбус. Сказочные дедушки с удовольствием выбрали этот вид транспорта и одаривали пассажиров подарками. До праздника еще целый месяц, но благодаря параду Дедов Морозов видновчане, кажется, уже в предвкушении главной ночи года.